Наконец-то в Новороссийске хорошая погода, солнечный денек. Ну, у нас утренние сервисные движения. Машина все так же стоит. Ваня сделал невероятное. Он за 3 дня сплел всю новую проводку на мотор. Вчера уже все проверили. Работает. Дроссель электронный работает. Все функционирует. Сейчас Ваня будет калибровать, выставлять параметры и запуск двигателя в новом блоке управления. Ну а после этого поедем устраиваться. Здесь явно что-то происходит. Потихоньку готовимся к настройке. Сейчас получается Ваня докалибрует все параметры автомобиля и подключаем лямбду, грузим и ведем. Внеплановая остановочка нашего трансфера. Вот здесь у нас вывеска Новороссийск. И вы просто поглядите, какие здесь виды. Блогеры. Красотища. Так, машина стоит, прогревается. Мы тут готовимся. Сейчас будем подключать оборудование, лямды. Ну, получается, лямду, сам компьютер. Сейчас еще заправлю сначала ее. Едем настраиваться. Быстро. Будете проверять? Все, давай. Так, в общем, немножко новостей. Настройка наша затянулась. Она продолжается уже примерно часов 7. Мы вернулись в автосервис. Здесь сейчас проверяем некоторые провода, потому что не работал тахометр, там отказывался, еще какие-то там параметры нестабильный холостой ход был. Ну, все уже откалибровали, все уже хорошо работает. Сейчас последние, там нужно 10-20% настройки закончить. Да. И наконец-то поехать. Разворачивайся пока. Там будет просто. Вот, сейчас немножко еще осталось. Вот, поедем в тихое место, где мы будем подальше от домов. Потому что надо пошуметь, знатно пошуметь. Вот, донастроим всем чуть-чуть. И выдвигаемся к месту отдыха. Ну что, у нас жига настроена, все готово. Мы довезли Ваню. Ваня, огромное спасибо. Огромная работа проведена. Ваня может спать спокойно. Ваня, да, может теперь отдыхать, потому что он просто 4 дня без выходных херачил, жил в сервисе, да, и занимался только моей машиной. Ну, а мы сейчас отправляемся дальше, поэтому следите дальше в сторис. Ну, а Ване пока. И всему Уралу от Вани привет, Вань. Какое местечко. В общем, приехали мы в Геленджик, просто прям на берегу вот бухты Геленджика запарковали свой автопоезд. Сейчас переночуем тут в одной гостинице, не в этой, конечно, но там попроще. Да, и уже отдохнувшие завтра, погулявшие еще на море, поедем в сторону Урала. Так что вот такие дела. Всем спокойной ночи.